И всем здорова, ребятки, у микрофона, как всегда, с вами Play. Я продолжаю играть в новеллу Бесконечный, это его Last in Summer. Мод под названием Дневник прошлого и... Так, погнали, загружаем это сохранение. И же, ребятки, прожимайте лайкосик. Берите что-нибудь похрустить, попить, приятного просмотра, аппетита. Если впервые на канале, дружище, подписывайтесь на канал. Красную кнопку сделай серой и погнали. Телефон, который может фотографировать. Но телефон же для того, чтобы звонить. Ты меня обманываешь? Смотри. Она вытащит телефон из кармана, или она выхватила его из ее рук. В глазах читалось недоумение. Это телефон, а где же кнопки? Их нет, сейчас покажу, что он умеет только никому. Конечно. Смотри, это игры. Ты просто проводишь пальцем по экрану и перемещаешь этого человечка. Господи, неужели она показывает ей Doodle Jump? Серьезно? Ладно, может, это ее заинтересует. Вау, это магия. Почти. Работает ли она уже не хочет уходить? Смотри, это календарь, ты понимаешь, с его помощью ты можешь посмотреть любую дату и записать, например, день рождения важного для тебя человека. Кстати, Ромочка, когда у тебя день рождения? До встречи в феврале. Замечательно, значит, записываешь вот здесь. И вот самая любимая камера. Ты можешь сделать фотографию за секунду, и она будет храниться в твоей галерее. А можно мне... Можно пробую. Конечно, можем сделать даже общее фото. Блин, я начала делать фотографию себя, лагеря Оли. Кажется, даже я попал в кадр. Ой, а где эта фотография? Сделала что-то не так? Я сломала твой телефон? Нет, нет, все хорошо, они вот здесь в галерее. Вот. Вау, как красиво. У меня есть еще несколько твоих фотографий. Ого, как так? Смотри, вот ты читаешь книгу, а я вот здесь на пляже, когда тебя Ульянка напугала. Ха-ха, помню, забавная девочка. Вот это мы тебя допрашивали. Лицо Лены вмиг изменилось, девушка начала дрожать. И последнее, думаю, ты помнишь. Я... Что это? Все хорошо сейчас. Не понимаю. Я не понимаю. Юна, она же... Я ведь... На мне же нет царапин. Синяков. Ты больше не была собой, у нее не было выбора. Я не понимаю, Юна. Ты вспомнила ее, правда? Она должна была сегодня на завтраке. Даже была сегодня на завтраке, но ты не обратила внимания на нее. Ты многое вспомнила. Картина, ты мне подарила картину тогда. Я хотела вернуть тебя уже очень давно. Боже, я не знаю, куда пропала картина, она будто испарилась. Мир перезагрузился, как всегда, все хорошо. Я смогла вернуть тебя в сознание лишь ненадолго, но фотография, скорее всего, сработает лучше. Воспоминания делают нас теми, кто мы есть. Сколько раз слышала от тебя эту фразу? А фото помогает восстановить их. Именно. Думаю, Юна будет счастлива видеть тебя снова. Как и я ее. Лена обняла Олю и поблагодарила ее за возвращение. Теперь нас четверо. То есть Рома тоже? Ага. Ладно, нам с Ромой нужно побыть наедине. Конечно, буду дочитывать книжечку, у нас еще будет время познакомиться. До встречи, ребята. Оля решила провести Лену и через несколько минут вернулась. Я ожидал не такой спокойной реакции. Вспоминаешь мою, у Лены другой характер. То есть это все, она пришла в себя, и теперь нам остается ждать автобус? Да, наверное, мой план ограничивался этим. Все оказалось слишком просто. И не нужно усложнять. Согласен, чтобы быть Альфонсом, не нужно ничего усложнять с тобой. Альфонка, последний не нужен здесь. Хотелось бы верить. Вот бы этот вечер стал лучшим за всю смену. Блин, почему мы такие тупые, наш главный персонаж? Я тоже надеюсь, что ужин будут котлеты. Почему я наперед уже знаю эту игру? Ну, Рома, ты понимаешь, о чем я? О чем? Давай проведем его вместе. А зачем нам опять выбирают, дают выбор? На превьюху вот это. Конечно, Олечка, ты замечательный. Время обнимашек. О боги, только не сейчас. Оля прижалась ко мне и начала расхваливать меня так, как будто я спас ей жизнь. Кажется, она забыла надеть лифчик.
Я очень хорошо чувствую твердые соски. Наверное, лучше не обращать ее внимания на это. Тогда после ужина на прогулку. Куда пожелаешь? Я уже все спланировала. Кто бы сомневался. Красноволосая девочка взялась будто из ниоткуда. Ребята, вы так классно смотритесь вместе, парочка. Уленг, перестань. Ну что, я не видел вас по отдельности. Давай не об этом. Как тебе смена? Классно, жаль, что завтра последний день. На следующий год обязательно еще раз приеду. Алиса научила меня круто играть в футбол. И теперь ты не разбиваешь окна? Ха-ха, смешно, не. Ром, приезжай к нам еще в следующий раз и тебя научу. Конечно, Ульянка. Надеюсь, последний ужин не испортят киселем. Главное, разбивай стакан подальше от нашего столика. Хорошо, до завтра, Ромка. Я же просил не называть меня так. Да ладно, я пошутила, не обижайся. Ульянка извинилась и побежала доедать свою порцию. Ужин прошел на удивление спокойно. Ребятки, не забудьте прожать лайкосик. Конечно, я их отдал. Так, куда пойдем? Сначала на лодочную станцию. Сейчас там очень красиво. Я надеюсь, что последний раз, когда мы находимся в лагере, в то время, когда мы можем это увидеть. Согласен. Раз уж это последний вечер, давай немного поговорим о тебе. Конечно, Ромочка. Ты помнишь, как попала сюда? Помню, хотя это было, мне кажется, год назад. Я бы хотел рассказать тебе особенную историю. Но я не получу. История, но я не получится, чё? Я возвращалась из музыкальной школы, села в автобус, уснула и оказалась здесь. 410-й? Именно. Странно, как мы не пересеклись. Ха-ха. В лагере я встретила Юна, со временем поняла, что она пережила то же, что и я, а после оказалось, что и с Леной случилось то же самое. Что насчет остальных? Я не знаю, возможно, все оказалось тут. Все оказались тут же так же, как и ты, либо они всегда были частью лагеря. Я спрашивал Лену, она слишком долго находится здесь и уже не помнит. Большую часть происходившего Юна и я, ее единственные воспоминания. Странно, страшно осознавать, что скоро меня постигнет ее участь. Мы уедем, и все будет хорошо. После 30-го раза я перестал считать количество возвращений и начал терять надежду. Я не представляю, кого тебе было. В один момент я начала замечать, что остановлюсь шаблонным персонажем чьей-то истории. Мне стало так страшно. Я столько раз пыталась выбраться отсюда. Все время напрасно. Однажды я подумала, что, может, лучшим решением будет стать частью этого мира. Мне очень не хотелось, но у меня больше не было причин бороться. Я знаю, что звучу как героиня фильма, но это и правда похоже на грёбаный фильм. Юна стала одной из них, и у меня не осталось поддержки. Она попыталась меня убить, черт возьми. Каждая неделя как день сурка. Ничего нового, никого нового, только пустота. Сначала пионеры кажутся тебе такими милыми. Я даже подумал, что, возможно, попал в автокатастрофу, это мой рай. Все такие беззаботные, яркий мир, сочные пейзажи. Но нет. Со временем ты понимаешь, что это и есть все, что тебя ждет. То есть совсем ничего нового. Ты пытаешься поговорить с ребятами, но не находишь ответов никогда. Они говорят о чем-то отдаленном, никогда не называют факты, исторические даты, даже примерно. Они пустые. И очень больно наблюдать, как твоя подруга становится одной из них. Но она просто хотела выяснить, что происходит. Я не могу ее осуждать. Я хотел проверить, умирают ли здесь по-настоящему, но всегда трусила. Но вот уже несколько возвращений подряд я думал об этом. Возможно, я бы просто возродилась, ничего не вспомнила. А может, остальные осталось бы здесь навсегда именно из-за этого. Я уже была готова проверить. Но приехал ты, и мне снова поселилась надежда. Надежду лагерь стал нашим маленьким миром. Несмотря на то, что много времени я была не в себе, я была счастлива. Ты всегда был добр, и я очень сильно ценю это. Ты относился ко мне так, не так, как другие. Поэтому я очень дорожу тобой. И я так боюсь тебя потерять. Да, я убила Алис, потому что она хотела отобрать тебя у меня. Отобрать единственного человека, который способен меня понять. Возможно, это лишь все обстоятельства. Возможно, ты бы не заметил меня на улице. Возможно, я тебе не сильно нравлюсь, но благодаря тебе я ощутила те эмоции о существовании, которых даже не подозревала. Спасибо тебе, Ромочка. Даже если у нас не получится выбраться, я буду самой счастливой девушкой. Даже если ты не чувствуешь ко мне того же, что я к тебе. Даже если я завтра умру. Ты как-то спрашивала, нравишься ли ты мне? Нет, Ромочка. Я влюблена в тебя и всегда буду. Не могу это читать без смеха.
в твою манеру речи, в то, что ты делаешь, просто в тот факт, что ты существуешь. Спасибо тебе за то, что ты украсил мою жизнь. Да, всегда буду любить. Мне нужно больше времени. Это игра, так что я скажу, я отвечу ей взаим... Ну, в... Хотя в принципе... Хотя в принципе надо и в жизни так взаимностью отвечать. Раз у нее такие эмоции к нам, то ответим взаимностью. Именно в этот момент надо. Ты единственный человек, которому я могу здесь доверять. Господи, Ромочка. Единственная, кто готов даже убить за меня. Хоть меня это и пугает. Я люблю тебя, Олечка. Пожалуйста, не думай ни о чем плохом. Завтра мы выберемся отсюда. И у нас будет все хорошо. Потому что ты заслуживаешь этого. Не надо плакать, Олечка. Я обнял ее так крепко, как только мог. Теперь мы вместе, теперь нам ничего не страшно. В тот момент я почувствовал теплоту, которую не ощущал никогда. Я поцеловал ее щеку и ощутил соленый привкус слез. Все, чего я хотел в этот момент, чтобы она перестала плакать. Олечка, давай пройдемся к пляжу. Конечно. Это была самая чудесная прогулка в моей жизни. Оля все время улыбалась, целовала меня, рассказывала о том, как мы будем жить вместе. Казалось, она распланировала нашу жизнь до глубокой старости. Я все это время надеялся, что мы хотя бы выберемся отсюда. Смотри, тут костер горит. Ой, чудесно. Помнишь, ты учил меня купаться? Этот эпизод тяжело забыть. Хи-хи. Я немного попрактиковалась, но я стесняюсь, давай искупаемся вдвоем. Я не взял с собой плавки, а я купальник. Ты предлагаешь? Ага. А, я только за. Вот замечательно. За минуту я освободился от одежды. Вот бы ты всегда ходил вот так. Приму за комплимент. Теперь ты. Сейчас, только не смотри. Но ты же раздеваешься, чтобы я увидел тебя без одежды. Я все еще стесняюсь. Да, логика, конечно, еще та у девушек. Хорошо, Олечка. А ради такого стоит потерпеть. Я закончила. Я отвернул взгляд и увидел ее. Ой, Олечка, тебе так идет. Видеть бы тебя так почаще. Спасибо, я так рад, что тебе нравится. Очень нравится. А ты уверена, что хочешь поплавать? Но я бы хотела... Я не могу не ржать. Тогда давай я подержу тебя за руки в это время. Конечно, мне так будет проще. Зачем вот эти точки? Я не пойму, это просто предложение или это с каким-то продолжением? Это какой-то намек. Я не понимаю. Я вот не хочу плавать. Совсем не хочу. А, да, я понял, что мы хотим. Да, все, окей. А, ты так приятно пахнешь. Странно, что я раньше это не замечал. Она становилась все ближе. Я хотел гладить ее нежную кожу, целовать ее пухлые губки. Играться с ней, как с котеночком. Олечка, твои соски опять затвердели. И такие же, как всегда, когда я с тобой. Смотри, вот я их трогаю, они твердые, как... Как кто? Я даже хочу это слово прочитать. Как мячики. Ой, Ромочка, ты ведь не против, правда? Нет. Вот и чудесно. Я еще ни разу не... Все хорошо. Доверься мне. Блин, вот если бы я знал, что это мод такой, я просто на рандоме выбрал этот мод, и тут просто такие сцены, я не знаю. Это было прекрасно, но я не сомневаюсь. Оля вела себя как маленький котенок. Я мог бы столкнуть ее, обучить. Ее волосы были такими гладкими, а тело таким сладким. Ромочка, ты делаешь это так нежно. Я бы отдал многое, чтобы проводить так каждый день. Как жаль, что все хорошее заканчивается. Ты такой замечательный. Я люблю тебя. Я тебя люблю, Олечка. А сейчас я жутко хочу спать. Пойдем в домик. Конечно. Она помогает мне заполнить пустоту внутри. Я почти счастлив. Давай проведем эту ночь вместе. Мы ведь и так живем в одном домике, ну вот именно. Я имею в виду в одной постели. Ну, конечно, Ромочка. Вот и чудесно.
Я обнял Улю и пожелал ей спокойной ночи. Она обхватила мою шею и обняла меня так крепко, будто я был ее любимой плюшевой игрушкой. Вот если я вот эту фотку поставлю... А, блин, я же ее уже пролистал, ну тогда ладно. То там будет много просмотров, ну... А, но я все равно, у меня сохранялка есть, я могу долистать потом, если что. Ну не знаю, просто... Если хотят там замазать все стикером, то там YouTube ничего не сделает. Это реально как будто на какой-то порносайт. Просто превьюху делаю. А, доброе утречко. Время настоящего завтрака в настоящем мире. Как же я рад, что меня наконец будет не головная боль, а... Яндера девушка, чё? С добрым утром, Олечка. Может, это и правильное слово, может, это ошибка, не знаю. Я могу принести завтрак, если ты не хочешь вставать. Да не, нужно попрощаться со всеми, так что лучше я пойду. Вот замечательно. Давай насладимся этим днем. Конечно. Ты сказал это не с наслаждением. Конечно. Я язвительно повторил фразу. Так-то лучше. Да куда уж с наслаждением-то, блин. Куда еще лучше? Так, за нами приедет автобус. Ага, обычно это происходит вечером, но из-за перебоев, которые происходят с нас, он может приехать в любой момент. Минуту. Чудесно. Пионеров в столовой было больше обычного, поэтому мы не смогли найти свободный столик. Слушай, у меня еще, кажется, остались какие-то запасы у Мику. Может, пойдем лучше туда? Я не успел ответить «да», как перед нами появилась обозленная вожатая. Вы двое где ходите? От вас уже несколько дней никакого толку. Значит, настоящий пионер должен... Ольга Дмитриевна начала перечислять столько пунктов, что под всем вместе не подходили ни один человек в мире. Настоящий пионер должен, как мы, альфонить с альфонкой, с нашей. Вот в чем мы должны. Спустя 5 минут ее пыл угас, и мы смогли выйти из столовой. Я думаю, это будет сложнее. Ольга Дмитриевна только изображает всемогущество. Спустя 5 минут мы были у музыкального клуба. Внутри нас ожидала Мику. Ребят, привет. Доброе утро. Мы не будем тебя отвлекать, буквально на пару минут зашли. Все хорошо, я с самого утра занимаюсь время перерыв. Я за своими запасами. Ой, да, конечно. Спустя несколько минут Мику вернулась с большой коробкой в руках. Держите. Твою мать, сколько здесь сладостей. Это намного вкуснее завтрака в столовой, правда? Ты вообще это взяла? Неважно. Главное, что это вкусненько. Оля притянула мне коробку и попросила выбрать первое, что бросилось в глаза. Я взял батончик в яркой желтой упаковке. Блин, я сейчас тоже сладкого поел. Ну, магазин уже закрыт. Сильно поздно. Мне удалось ощутить самый чудесный вкус своей жизни. Не могу сказать, что обожаю сладкое, но это было просто нечто. Мой чудесный завтрак прервала Мику. Как тебе смена, Ромочка? Ой, не советовал бы ей называть меня так. Глаза Оли загорелись в секунду, но я взял ее за руку, тем самым успокоив ее. Замечательная смена, обязательно приеду сюда еще раз. Да никогда в жизни. Рада, что тебе понравилась смена, правда была клевой. В следующий раз мы с Олей организуем концерт, будем ждать тебя. Спасибо за эти 7 дней, было приятно пообщаться, до встречи, Мику. До встречи, ребята, но мы на самом деле даже с ней не общались. 2 раза по 2 минуты, ну ладно. Добрая и милая девушка, еще бы она была настоящей. Ты планируешь носить эту коробку с собой все время? Так, там много вкусностей, которые ты хочешь забрать в наш мир. Я не знаю, ну нет, наверное. Давай раздадим их девочкам. И Шурику с электроником, точно. Мне как раз нужно забрать картины из здания общих кружков. Тогда пошли. Ты замечательный. Так я ничего не сделал. Ты просто так замечательный. Олечка. А поскорее бы выбраться отсюда и побыть у тебя в гостях. У меня все не так радужно, как ты думаешь. Я сделаю твою жизнь ярче. Кажется, с ней бесполезно спорить. Конечно, Олечка. Около здания кружков нас встретила Лена. Привет, ребят. Как твое самочувствие? Все еще пытаюсь свыкнуться с тем, что многого не знала о себе. Все будет хорошо, в следующий раз подумаем над тем, как выбраться отсюда. Спасибо, Оля, это правда важно для меня. А пока наслаждайся своими воспоминаниями. Спасибо тебе за все эти смены, что провела со мной. И тебе спасибо. Ах да, возьми, что понравится. Оля протянула коробку Лене. Ой, спасибо. Еще встретимся, Рома, ты вроде хороший. Был рад познакомиться. Ладно, ребята, нужно попрощаться с остальными. До встречи. До встречи.
В здании кружков было пусто. Оставить им что-то на столе? Отличная идея. Мы вошли в следующую комнату, и я увидел законченную картину Оли. Ля, какая картина. Я хочу взять только ее. Это мы? Ну, да. Это странно, но мило. Ладно, возьмем ее с собой. Ура, мы повесим ее в нашем доме. Обязательно, Олечка. Даже не знаю, был ли это сарказм или нет. Замечательно, остальное отчитаться Ольге Дмитриевне, и мы можем уезжать. Чудесно, побыстрее бы. Давай еще попрощаемся с Юной, как-никак она моя подруга. Очень жаль, что пришлось так с ней поступить. Конечно. На входе нас встретила вожатая с явно недовольным лицом. Ребята, на этой смене вы не были образцовыми пионерами. Но не сделали ничего плохого, поэтому я хочу вас поблагодарить за отличную смену. Да мы столько сделали. Ну, если для пионера это плохо, скорее всего, ну... Как бы для нас это вообще офигенно. Ну ладно, вам лучше не знать, вожатая, да. Оля протянула ей всю коробку сладости, оставив себе лишь несколько штучек. Олечка, как приятно. Мы все будем ждать тебя на следующей смене. Из Оли вырвался нервный смешок. Конечно, я с удовольствием приеду. В общем, я бы проводила здесь весь год. Самая замечательная вожатая. Ладно, ребята, идите, скоро ваш автобус приедет. До встречи, спасибо за смену. Сразу после мы направились к Юне. Вожатая сказала, что скоро приедет наш автобус. Почему наш? Разве не все уезжают отсюда? Все только на разных автобусах. Наш 410, он всегда приезжает первым. Другие тебе сесть не дадут. Я пыталась. Хорошо, я понял. Осталась Юна наедине, она в домике. Это ты для нее оставил батончики. Ну и несколько в дорогу. Да, умереть от голода хуже, чем от рук Юна. Ну, Рома. Шутка. Мою последнюю фразу оборвала безумная девушка. Ну что, последний день очередной смены. Спасибо за проведенное время и до завтра, ребята. Она даже не догадывается, что это последний раз, когда мы увидимся. Жаль оставлять ее здесь. Она не заслуживает этого, никто не заслуживает. Рад бы познакомиться с тобой. Впредь старайся убивать только нереальных людей. Я постараюсь. Ладно, нам, наверное, нужно идти. До завтра, Юна. До завтра, ребята. Я думаю, это будет сложнее. Пойдем к остановке. Конечно. Тебе ничего не нужно взять в домике. Со мной мой телефон, это главное. Ну, замечательно, тогда нас здесь больше ничего не держит. Я хотел прощаться с остальными, но мое желание выбраться отсюда быстрее взяло вверх. Вот и он. Тот самый автобус, с которого началось мое безумное путешествие. Пойдем быстрее, это наш путь на свободу. Да, сейчас просто как-то странно. Я переживал это уже десятки, если не сотни раз. Все будет хорошо, мы просто уснем и проснемся, ничего не почувствовав. Хорошо, пошли. Блин, я вот не знаю сейчас, какая концовка у нас тут будет. Зайдя в автобус, я не почувствовал ничего необычного. Именно это показалось мне необычным. Давай сядем вместе. Давай. Оля с улыбкой на лице начала подбирать лучшие места для нас. Вот, Ромочка, сюда. Пошли быстрее. Но ведь тут будем только мы. Некому занимать автобус, зачем спешить? Я просто хочу, чтобы мы быстрее сели вместе. О, опять смущаешься? Олечка, это так похоже на тебя. Хорошо, пойдем. Мы сели на свои места, и автобус начал ехать. Я заметил, что в нем не было водителя. Этот факт не самое странное из того, что происходило со мной. Потому я решил просто проигнорировать его. Не знаю, сколько мы ехали, но вскоре щебетание Оли начало становиться все тише. Она положила голову мне на плечо и почти сразу уснула. И как ей удается быть настолько спокойной в такой ситуации? Вскоре я сам уже начал проваливаться в сон. Я отчаянно боролся с морфеем, стараясь продержаться до прибытия в город. Но усталость физически, а главное, эмоциональная, взяла свое и я заснул. День Х. Неизвестно какой, друзья. Окей. Прожмите лайкосик. Так, и что у нас за финал будет? Всего 3 недели на работе, а я чувствую себя так, как будто пошу 2-й год без отпуска. Я стараюсь забыть все, что произошло со мной в 2-м лагере. Время жить нормальной жизнью. Я уже забыл, как устал от нее. С другой стороны, в ней есть своя прелесть. Скоро день рождения, нужно будет прорадовать себя чем-то. Пока работа, дом, работа. Нужно было зайти в магазин, ладно, завтра. В конце концов, кому меня ругать за это? Ах, да. А, блин, я думал, мы одни. Ромочка, ты купил яблочный сок? Ой, Олечка, ты такая красивая. Можешь это на превьюху взять?
Забыл, завтра куплю. Хорошо. Так, посмотрим, что у нас есть. Ничего вкусного. Может, самой пойти в магазин? Снова без одежды. Теперь я вижу подобную картину каждый день. Здорово, что мы съехали сразу после возвращения. Ты замечательно выглядишь. Мы живем вместе, неужели ты еще не привык? Никогда не привыкну. Я счастлив, что встретил тебя там, Олечка. Ромочка, я так тебя люблю. Теперь я слышу эту фразу минимум 20 раз в день. Я тебя тоже люблю, давай пойдем в ресторан сегодня. Но не одевайся пока. Я хочу рассмотреть тебя получше. Твою шею, твои руки, твою грудь. Подойди поближе. О, Олечка, твои соски всегда такие твердые. С того времени, как мы вместе, ты постоянно готова к этому. И сейчас тоже, правда? Да, Ромочка? На самом деле это выглядит очень странно, но да ладно. Ее нежная кожа. Тут еще одного слова не хватает, ну да ладно. Она такая тугая. Так мило она была невинной до меня. Моя любимая Олечка, теперь у меня есть возможность натягивать ее каждый день. Теперь я могу сделать это прямо внутрь. Ну вот, можно и в ресторан. Ура, минутку, я только оденусь. Конечно. С ней я правда счастлив. Через минуту Оля вернулась в чудесном темно-синем платье. Тебе все так же идет красная помада. Спасибо, я так рада, что тебе нравится. Не, лучше я это на превьюху поставлю, тут видео хватает всего. Кекс сцен. Можем идти. Лавиас Патиссери. Кафе. До ресторана мы добрались на такси, а Оля несколько раз поцеловала меня по дороге. Она действительно меня любит, и я ее тоже. Что закажешь? Не знаю, я не голодна. Так зачем мы приехали сюда? Время сюрприз. О, господи, за 3 недели ты уже дважды удивила меня. Люблю делать тебе подарки. Ну так вот. Ромочка, скоро твой день рождения. Я упомянула об этом один раз в лагере, странно, что напомнит. Поэтому Оля положила на стол 2 авиабилета. Ты любишь аниме и меня, а я люблю аниме и тебя, поэтому я решила, что хорошим подарком будет 2 билета в Токио на выходные. У меня есть там знакомый, поэтому за приглашение можешь не переживать. Ты ведь сможешь взять отпуск на работе? Если что, я верну билеты. Олечка, конечно, смогу, но... Ура, наши каникулы пройдут замечательно. Откуда у тебя деньги? Собирала на учебу в университете, но прошла на бюджет, поэтому вот. Олечка, я тебя люблю. Я тебя люблю, а теперь самое время заказать что-то. Ужин прошел замечательно, намного лучше, чем столовая Савенка. Так что будем смотреть сегодня? Блин, я ж не анимешник, я откуда знаю, что выбрать? Не, окей, BL сделано в стиле аниме, да, с этим я не спорю, но я-то не анимешник, я именно в BL, да, я играю. Прикольные истории читать, новеллу, вот. Ну, типа, а так я не анимешник. Блин, я просто боюсь, что я реально в какого-то анимешника могу превратиться, друзья. Это, конечно, кринж какой-то. Ну, блин, я не считаю себя анимешником, просто... Ну, в BL, да, я играю, но это все, это... Все, на что я начинаю и заканчиваю. Дальше я не захожу. Просто, если я буду так еще записывать БЛ, меня на аниме перетянет точно. Я стану каким-нибудь анимешником, реально. Давай сладкая жизнь, прям как у нас. Здорово, пойду принесу попкорн. Быстрее, Ромочка, мы опоздаем. Какие красивые листья. Ты делаешь такие классные фотографии. Я так рада, что мы вместе. Месяц назад я и не думал, что моя жизнь так повернется. Я был обычным парнем, как миллионы. Каких миллионы? Обычный парень с обычной работой и с обычными необычными увлечениями, который вечно недоволен собой. Но потом появился лагерь и Оля. Моя жизнь так сильно изменилась. Я боялся, что не выберусь оттуда. При этом боялся потерять ее. Но выбрались вместе. Конечно, если расскажу кому-то о нашей любовной истории, меня сочтут за безумца. Поэтому для остальных мы познакомились в поезде во время моей командировки. Олечка, как много она пережила, но сейчас воспоминания становятся все более утуманными, возможно, так даже лучше. Иногда она повторяет имя Юна во сне, но, думаю, это тоже пройдет со временем. В
конце концов, для нас это станет не больше, чем сном, если мы не забудем его вовсе. Я благодарен судьбе за то, что попал в лагерь, и неважно, чем именно это было. Ведь теперь мой маленький котеночек, теперь мы всегда будем вместе. У каждой истории есть начало и конец. Друзья, прожмите лайкосик. У каждой истории есть своя канва, синопсис, содержание, ключевые моменты, прологи и эпилоги. И нет такой книги, в которой при каждом новом прочтении не открывались бы вещи, на которые раньше не обращал внимания. Но у каждой книги есть своя, своя последняя страница, перевернув которую мы ставим книгу на полку, чтобы закрыть, открыть, чтобы ее закрыть и открыть новую. Да, друзья, и также с этим же модом я его закрываю, и потом будет следующий. Спасибо, что сделал меня счастливой. Хорошая концовка. Поздравляю. Мы выбрались. Вместе. Я понимаю, что где-то перегибала со своей гиперопекой, но хочу сказать тебе спасибо за эти 7 дней в лагере. Я люблю тебя. Твоя Олечка. Что ж, друзья, на самом деле это было какое-то письмо, как будто она уже умерла. Но я опять в какую-то темную сторону все в грустную веду. Она сама сказала, типа, что это хорошая концовка, все. Наша Олечка нам сказала, вот. Ну и все, друзья, остановились мы на том, что это хорошая концовка, и закончили мы в Токио, полетели на какое-то аниме или на что вот. Ну, короче, все почили. Начили на расслабоне, все, хэппи-энд у нас, короче. А могли мы ее счастливой не сделать, получается. И я могу предположить, друзья, что мы могли бы счастливой сделать Юна, скорее всего. А до этого у нас выбор даже в пользу Алисы мог еще быть. Получается, тут минимум 3 концовки, похоже, в этом моде есть. Опять же, я не знаю, это просто... Тут как минимум 2 разных концовки может быть в каждом моде. Минимум 2. А сколько модов? И на, в оригинальной вообще там вроде 13 или 15 концовок, вот. Не так важно, в принципе, вот. Ну, хотя, опять же, тот же мод, например, был Кефиру Рок-н-ролл с Мику. Это, наверное, еще, да, он вообще самый большой, насколько я знаю, был. Там, в принципе, без разницы, что выбирать, там все равно мы с Мику мультим, и будет конец счастливый с Мику, вот. Ну что ж, друзья, всем спасибо за просмотр, с вами был Сёма Плей, вот. И сейчас еще скажу, а скорее всего, если бы, я так догадываюсь, если бы мы Олю не с Олей бы мутили, а с Юна можно было, скорее всего, мутить, вот. То мы бы ее не сделали счастливой, сделали бы другую, ну да ладно. Мне сразу Олечка понравилась, вот, с первых серий, еще в первой серии, как мы вышли из автобуса в этом лагере, вот. И я такой, типа, ну все, давай с ней будем мутить, короче, типа, если можно. И потом, хоп, в домике с ней, и вот это, первый кекс, первая ночь, и все, я такой, найс. Просто шикарно, все. Будем выбор в пользу нее делать, так что, ну это глупо просто не делать в пользу нее выбор как-то. Раз мы уже с ней начали, типа, можно, наверное, с ней закончить и все. Ладно. Хватит мне уже говорить, ее серия уже 30 плюс минут, друзья. Так что еще раз поставьте лайк, если вы не поставили. Подпишитесь на канал, просто кнопку сделай серой. Вот с вами был SemaPlay. Проходил я новеллу «Бесконечно лето», мод под названием «Дневник прошлого», вот. Ну, в принципе, этому моду, ну да, подходит. Ну, тут прям много хентай, сцен, просто много 18 плюс контента. Так что это надо, наверное, в начале видео буду делать. Не рекомендуется, кому меньше 18 лет, смотреть это видео. Хотя все равно это замажу, как бы. Ну, все равно не надо. Так что ладно, ребятки. С вами был SemaPlay. Увидимся в следующем моде и в следующей же серии по бесконечному лету. От 1 до 10 сколько мод? Ну, в принципе, да, 10 из 10. Так что да, 10 из 10 мод, в принципе. Ну, как бы да, он всем понравится такой вот, особенно пацанам. Ладно, друзья, все. Всем удачи и увидимся в следующей серии. Всем пока-пока.